Всем привет! Сегодня речь пойдет об одних из самых востребованных лосинах на сегодняшний день – это лосины пушап. Использование дополнительных швов с резинками помогло сделать попу более явной. Ну а шов между ягодицами усиливал эффект их разделения, что придавало общей сексуальности и большей выраженности пушап-эффекта. Стоит отметить, что модель лосин Bonafide Pushup подходит примерно 80% девушек. Если вы не входите в этот процент, то это из-за анатомических особенностей или вы еще не достигли того уровня, чтобы вашу попу можно было увеличить с помощью этих лосин. Конечно, одним эффектом пушап сыт не будешь, поэтому данная модель лосин обладает и другим рядом положительных характеристик, и давайте их разберем более подробно. Лосины Bonafide Pushup имеют компрессионный пояс, который достает практически до пупка, тем самым он визуально уменьшает талию. А высокая посадка леггинсов выделяет ваши ягодицы при и так не слабом пушап эффекте. На данный момент существует более 20 моделей лосин пушап, и все они разного цвета или даже оттенков цветов. Эта модель лосин обладает относительно низкой стоимостью, это является еще одной причиной, почему они такие популярные. Если средняя цена лосин составляет 2800-3200 за единицу, то здесь 1800-2000 рублей. Но ни в коем случае не стоит думать, что при этом страдает качество изделия. Лосины состоят из бифлекса, который имеет в своем составе полиамид и лайкру. Именно поэтому леггинсы отличаются высокой прочностью и эластичностью. К тому же материал производится по современной технологии, которая делает его приятным для кожи и снижает риск появления аллергических реакций до нуля. Помимо этого, лосины Bonafide Pushup состоят из дышащего и влагоотталкивающего материала, поэтому во время занятий появление какой-то лишней влаги вас не будет отвлекать от процесса. Модель леггинсов не требует особого ухода, она очень быстро сохнет, не сминается, поэтому ее не нужно гладить. Также стоит отметить и отличную износостойкость модели. Если аккуратно относиться к вещи, то она прослужит вам не один год. Леггинсы Pushup не сковывают движение и нигде не натирают, поэтому вы можете не переживать, что это как-то может помешать вашей тренировке. Но, к сожалению, в каждой бочке меда есть своя ложка дегтя. Это не обошло и знаменитые лосины. Девушки, которые носили леггинсы Bonafide Pushup, отмечают, что очень часто материал просвечивает и сквозь него видно нижнее белье. Приходится очень сильно постараться с подбором вещей, чтобы минимизировать этот неприятный эффект. Если опять же обратиться к отзывам, то они подсказывают нам, что меньше всего просвечивают лосины Bonafide Pushup темных оттенков. Разумеется, если на вас надето нижнее белье похожего цвета. Надеемся, что производитель знает об этом недостатке и постарается решить его в будущем. На этом у меня все. Большое спасибо за просмотр. Всем пока!